Несколько минут назад СМИ сообщили трагическую новость о смерти талантливого российского телеведущего. А супруга телеведущего рассказала шокирующие подробности случившегося. Скончался Александр Борисов. Александр Борисов запомнился телезрителям по передаче «Естественный отбор» на канале ТВ-Центр. Борисова пригласили на программу в 2016 году. Мужчина вел ток-шоу с Атаром Кушунашвили. 52-летний журналист сдружился с Александром. Коллега ведущего по проекту не может поверить в случившееся. Атар и Александр вместе появились в программе «Естественный отбор». Эта новость сильно ударила по шоумену. Он обратился к Борисову как к брату. «Во мне сейчас так много боли. Сашка мой брат. Светлый, добрый, умный брат. Золотое сердце. Я тебя недолюбил. Я тебя никогда не забуду. Буду, сколько смогу, жить из-за тебя, мой брат. Твой Атарик», – написал Кушунашвили. Тем временем супруга телеведущего уже вышла на связь и рассказала в подробностях о случившемся с ее супругом. Наталья Завьялова уточнила, что ее возлюбленный скончался в дороге во Владикавказ. «Улетел в небо мой милый ангел. Ехал в поезде Москва-Владикавказ. Утром позвонили следователи, сказали, что Саша умер. Похоже, на кровоизлияние или тромб оторвался. Сейчас в морге в Минводах. Больше ничего не знаю, не спрашивайте. Всем спасибо за соболезнования». По ее словам, похороны Александра пройдут в городе Балаково, Саратовская область. Церемония прощания состоится в четверг. Сама Завьялова не может попрощаться с любимым. Ей предстоит тяжелая операция. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким телеведущего. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале. Вам точно будет интересно. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!